Сейчас я вам покажу, с кем я сижу. Вот она. Женщина. Мы с тобой не общаемся, ты помнишь? Это почему? Ты опять ко мне пристала. Я просто вычислила твою машину и езжу за тобой везде. Ребят, какое дома? Нога, ну, сложновато мне ходить еще. Так, в принципе, норм. Вот сейчас пытаюсь обувь максимально найти, которая мне подходит, но все равно прет. Да, вот я на выходном, но завтра вроде надо как возвращаться на поляну, но желания у меня нет. А как Настюша? Зачем номера свечу, господи? Вы в Москве думаете, вы меня найдете? Она с Марвином сосалась? Кто? Аня Левченко. Я в прямом, блядь. Ну, когда? Не тогда. Нет, 2 года назад. Я себе узнала историю. Да, буду. На пятки еще недели две. Всем привет, всем привет. Ой, слушайте, я за последние пару дней сделала прекрасные выводы о том, какие могут быть подруги. Вот, переоценка ценностей случилась, поэтому все прекрасно. Спасибо. Янка рядом, у нас все ужасно, мы ненавидим друг друга. Вот, завтра мы даже не общаемся, просто сижу за ней над одним столом. Так, спасибо! Это что, типа в знак примирения? Нет, это чтобы ты просто так не сидела. Зая, ты такой чай дорогой заказала? Мне все бесплатно. Ну, блин, там так не жить простым людям. Яна с Виталиком. Не, Яна не такая тварь, чтобы быть с Виталиком. Конечно, с Виталиком. Она у меня не настолько ёбнутая, наверное. Я с Виталиком. Что у нас только с ним не было? Ух. Ухо? А ухо? Не охуеешь? Не охуеешь. Ты уже охуела. Подбираешь после меня мужиков. Забыла? А, еще не вышел. А, пошли, еще не вышел эфир. Подожди. Нет, я у тебя их забираю, чтобы галочку себе поставить. Как же Валера, спрашивает? Валера отлично отдыхает, я думаю. Вместе с Виталиком они отдыхают. Как это? Валера разве не с Клавой? Аня не с Виталиком, нет.